Татьяна Буланова. В последнее время стало много времени уделять своей внешности. Певица практически не вылазит из косметологических кабинетов. На днях в сети появился ее новый снимок, на котором Татьяна с коллегой из нулевых. Стоит отметить, что на нем Буланову практически не узнали поклонники. Как? Буланова? Шутка такая. В смысле? Это что, Таня? Ужас. Что случилось с ней? Не верю, что это Буланова. Да что это такое? Слов не хватает выразить все свое негодование. Совсем другой человек. Это не Буланова. Писали свои комментарии пользователи сети. Напомним, что было время, когда Буланову считали самой красивой и желанной женщиной нашей эстрады. Напомним, что за плечами звезды два брака. Первым ее супругом был Николай Тагрин. У пары родился сын Александр, который стал баристой. Вторым супругом певицы стал Владислав Радимов, футбольный тренер, бывший футболист. У супругов родился сын Никита, который уже сделал первые шаги в кинематографе. Со своей будущей профессией он пока не определился, пока учится в школе. А как вам такие перемены во внешности Татьяны Булановой? Делитесь своими мыслями в комментариях.